Увеличено количество авиарейсов в северную столицу. С апреля авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительные вылеты самолетов марки CRJ-200 из аэропорта Хибины в Санкт-Петербург. В настоящее время авиарейсы компании «Северсталь» из аэропорта Хибины в Санкт-Петербург выполняются 3 раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Но уже с апреля добавятся еще 2 – во вторник и четверг. Данное расписание поставлено с целью раскатывания рейса и приучить пассажиров к регулярности рейсов в установленное определенное время. Рейсы псковских авиалиний в Санкт-Петербург останутся пока без изменений – во вторник, четверг и субботу. Туристы же очень рады обновленному расписанию. Конечно, удобнее, чем поезд. На поезде там достаточно долго ехать – из Питера, из Москвы. А на самолете сел и долетел. Очень удобно. Это было бы очень хорошо, мы бы гораздо точнее смогли распределить наше время. Так мы вынуждены подстраиваться под те сроки, как летает самолет. Так что было бы очень замечательно. То есть ежедневные рейсы вас вполне устраивают? Даже лучше, чем такая ситуация, конечно. По словам гендиректора аэропорта Анатолия Брелько, в планах на этот год было введение прямого рейса до Симферополя. Но финансовый кризис сказался на работе всех авиакомпаний, и пока подобное нововведение откладывается. Но есть и хорошая новость. Роста цен на авиабилеты в ближайшем будущем не планируется. Стоимость перелета на рейсах до Москвы, до Петербурга у авиакомпаний пока остается без изменений. Авиакомпания о повышении стоимости не объявлялась. Узнать расписание авиарейсов или другую информацию, касающуюся аэропорта Хибины, можно на сайте или по телефону 613-55.